Все же ты ушел от закона. Что здесь произошло? Основная стратегия любых переговоров с террористами – тянуть время, разговаривать с ними, разговаривать, для того, чтобы убедить их, усыпить их бдительность. А если сейчас всех наших туда притащить? Стой, они таких дров наломают, мало не покажется. В общем так, я сейчас забираю Веронику незаметно и возвращаюсь в пещеру. А я? А ты? А ты сидишь в бенгало и делаешь вид, что идиот. Поросенка поймал. Ах, вы ироды! Вы же от матки поросенка отняли, а у него молоко. Чтоб знал. Чего меня одного-то? Так он же больной. Какой с него спрос? Не углядела. То ли он головой ударился, то ли еще что. Вдруг отключился, как лампочка, раз, и все молчит, и в одну точку смотрит. Паша, Паша, посмотри на меня. Это новый пригон, Пашка? Смешно. Посмотри на меня, Паша! Ну! Я виноват. Не тарахти! Пашенька, сыночек, что с тобой? Ты слышишь меня? Паша. Пашенька, Паш. Паш, Паш, спокойно. Спокойно. Возможно, это одна из форм аутизма. А раньше наблюдалось что-либо подобное? Нет, никогда. Ну, может быть, какие-то поведенческие аномалии? Ну, он в последнее время лепил подряд все, что хотел. То есть резал, правда, матку без разбора. И на каком фоне это происходило? Да на ровном месте, профессор. Да никаких видимых причин. Возможно, какой-то скандал в семье, ссора, все что угодно. Если бы мы это выяснили, это сильно бы нам помогло. Да нет, ничего такого не было. У нас семья, можно сказать, образцовый показатель. Мы сыну все даем, даже больше. Он учился в Оксфорде. Может быть, какая-нибудь сексуальная травма. Дело в том, что в его возрасте даже первый сексуальный контакт способен вызвать стресс, переходящий в патологию аутизма. И что теперь? Этот случай надо серьезно изучать. Его не надо изучать, его нужно лечить. Не, ну вы нормальные люди. Ну в туалет-то можно его отпустить хотя бы? Вы что, не люди, что ли? Дайте ему в туалет сходить. Но он же сейчас обделается. Вы же знаете, это унизительно для него. Ну, пожалуйста. Ну вы хотя бы скажите им, чтобы они его отпустили в туалет. Ой! Ой!
Да не ори, все. Пошли. Давай, 5 минут тебе даю. 5 минут. Тихо. Что с вами? Не кричите, я вас объясню. Подождите. Стойте. Ой, тихо. О! Андрей, что случилось? Андрей! Андрюха, что это? Лизу взяли в заложники. Господи. Кто? Его? Я не знаю, я видел троих, азиаты. Чего они хотят? Я понял только два слова. Мани и транспорт. Они по-английски не говорят, поэтому я пришел за Вероникой. Ты место запомнил? Запомнил. Они сказали, что поведут ее в пещеру. Так есть пещера, да? Так пошли туда все вместе. Нет, нельзя. Да наш же почти отряд. Окружим эту пещеру и возьмем. Нет. Да что значит нет? Там же твоя жена. Да, моя жена, но поэтому и нельзя. Ну почему? Потому! Потому что нельзя, потому что они сказали, что если пойдешь что-то не так, они ее убьют. У них автоматы, понимаете, автоматы. Помните капитана с нашего корабля, который убежал? Конечно. Вот он валяется сейчас мертвый на пляже. Все, пошли. О! Андрей, я с тобой. Я с тобой сказал. Один. Я сказал, я один. Дайте мне время. Нелли, я не понимаю, зачем тебе строительная компания? Существует закон. Сашенька наследник, я представляю его интересы, хочу, чтобы он получил все по праву. По-моему, это вполне естественно. Да я же ведь и не спорю с тобой. Я прекрасно помню, как Андрей любил тебя, и все, естественно, достанется мальчику. Ну и тебе тоже. Я не понимаю, только я-то чем тебе не угодил? Ты что, хочешь сама управлять делом? Я этого не говорила. Ну так а в чем же дело тогда? Я очень опытный менеджер, и дела веду, по-моему, неплохо. Неплохо, но наверняка есть люди, которые могут делать это лучше. Да мы начинали это дело вместе с Андреем. Ты соображаешь, насколько давно я в деле? Компания не развалилась в кризис и не рухнула благодаря мне, между прочим. Ты можешь не орать. Я не ору, я просто пытаюсь понять, откуда тебе знать, что лучше для компании, а что хуже? А что, я, по-твоему, полная дура? Нелли, я тебе каждый месяц плачу зарплату Андрея плюс часть прибыли. После выплаты всех налогов, между прочим, заметь. Правильно. Налоги надо платить вовремя. Да все прозрачно. Ты можешь в любой момент потребовать отчет, и он у тебя будет. И, кстати, не забывай, ты еще не вступила в право наследования. Я не забываю. Так и зачем рубить сук, на котором сидишь? Потому что, Ген, ты уголовник. Кто я? Уголовник. Соображаешь вообще, что ты несешь? А ты соображал, когда отправлял своего начальника и отчима через левую турфирму? Ты что говоришь? Ну и что, что не проверил фирму, опытный менеджер? Мне следователь сказал, что она просуществовала всего один месяц и выполнила всего один заказ. Тот самый круиз. Как только все погибли, тут же закрылась. Что, ты этого не знал? Или послушай. Нет, а ты меня послушай. Я не пойду с этим в прокуратуру, а ты сейчас же издашь указ о назначении меня на должность генерального директора компании. И можешь подать заявление об уходе. Как он? Я его подпишу.
Откуда взялись эти азиаты с автоматами, а? Может, это его знакомые? Да. И что нам теперь делать? Ну что-что. Андрюху подождем. А там видно будет. Разберемся. Какая-то во всем этом несостыковка. Подожди, давайте рассуждать логически. Он сказал, что из всего разговора понял два слова. Мани и транспорт. Правильно? А как они тогда попали на остров, если у них нет своего транспорта? А? И с чего они взяли, что транспорт есть у него? А что это за хрень с капитаном? Потом, не зная языка, как он понял, что ее повели в пещеру? За что знать туда дорогу? А? Так за что он нам врал? Про пещеру, да. Так за что он и сейчас нам врет? Потому что он все врет и про жену врет. Я, например, не видел ни азиатов, ни пещеры. Я просто видел, как они на пляж пошли с женой, вот и все. Ну чего из этого следует? Да ничего не следует, я не знаю, может, он утопил ее, это тут... Ну уж с ума-то совсем не сходите, Савель Тимофеевич. А почему? Почему я должен верить людям, которые врут? Почему? Может, вы нам что-то подскажете, юное создание? Вы нам тоже что-то втирали тут по поводу пещеры? Здесь все врут. Девочка права. Подождите, может, я что-то не знаю, что вы все знаете, а? Может, поведайте мне? Врут, не врут, ну а кто не врет в своей жизни? Слушай, кто не врал? Я не врал. А вот тебе как раз не помешало бы. Приврал бы про себя что-нибудь хорошее, мы бы поверили. Вот поговорили. Я вам про Фому, вы мне про Ерему. Что-нибудь видите? А что я могу видеть? Среди нас люди, которые знают что-то и скрывают от других, потому что ненавидят и не верят, а это мрак. А во мраке ничего не увидишь. Ну что ж, Александрина Дмитриевна, процесс выздоровления идет нормально. Я думаю, дня через два вы у нас бегать будете. Где? Его похоронили. Кто вам сказал? Я с ним разговаривала. У него все хорошо. Там.
Пойдемте отдыхать, пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. А вы пробовали коснуться его? Ну, взять за руку или обнять, например. А зачем? Это все как в телевизоре. Вам же не приходит в голову обнимать телевизор. Ну хорошо, когда вы с ним беседовали, вы слышали собственный голос? А мы не беседуем. Мы общаемся молча. Без слов, понимаете? Понимаю. Доктор, я знаю, что вы пишете. Личностная амбивалентность. Это не про меня. Улыбается. 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 Не улыбается. Не улыбается. Пожалуйста, что вы можете сказать об этих? Паранормальные способности на фоне шокового рецидива. Она действительно видит. Третий глаз. Нужно подключать генетиков. Вот видите, а вы не верили. Продолжайте исследование. Здесь. Вот. Ну? А что делать? Как? Может, договорились? Скажите, что мы пришли и готовы с ними поговорить. Mm-hmm. Есть там кто-нибудь? Макуйга! Мы пришли поговорить. Эй! Назад! Не подходите близко! Назад! Откуда здесь еще женщина? Твой муж решил меня обмануть? Что? Ну не понимаю я, что ты говоришь! Эй! Нэбэн, савари! Рад вас видеть. Держи их на мушке. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вас всего на острове? Нас 14. 14. Что? Он спросил, сколько у нас человек, я сказал 14. Ну, пусть боятся. Не надо было. Не знаю. Ладно. Скажите ему еще раз, что мы потерпели кораблекрушение. Угу. Катера у нас нет. Рыя конг лау чон. А деньги я верну ему на материке. Лау майми рыя. Майми стан майми рыя.
ไอ้เรื่องเรืออับปางของพวกแกเนี่ยเป็นเรื่องแหกตาไม่การแสดงหรือเล่นละครอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเราชั้นกระบี่ครูเชนี่เป็นสเปกตักล์и что 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 он хотел какой-то осуществить какой-то план мы ему помешали มันตายไปตั้งนานแล้วи он потратил сценарий на операцию. Теперь просит от вас 100 тысяч долларов компенсации. Еще он говорит, что мы сговорились с каким-то мертвым капитаном. Что мы русские. Откуда он знает, что мы русские? Я ему не говорил это. Что мы пересели на катер. Я тебе сказал, я деньги тебе отдам на материке. Понял меня? Артисты гребаные устраивают. Лиза! Андрей! Да уйди ты отсюда! Андрей, у него пистолет! Ай! Русский, иди сюда. Разговаривать буду только с ней. Она тебе переведет. Даю тебе сутки. Попробуйте напасть. Убью заложницу. Понятно? Ясно? Ясно. Зачем пришел? Я тебе сказал, не ходи за мной. Не ори. Пришел и пришел. Жили. Нормально. А еще этот пират сказал, чтобы мы приходили вдвоем, что у нас есть сутки. И если мы попытаемся на них напасть, они убьют Лизу. Я... Андрей! Но я с вами. И вернется. Пусти меня! Они могут на нас напасть. Если бы мы могли, то уже давно напали. Он боится за нее. А вдруг у них и правда? Нет катера. Зачем они сидят на острове? Все у них есть. Им надо здесь отсидеться. Поэтому они закрутили всю эту карусель с капитаном. Нет, я не понимаю, почему они нам не верят. Мы же ни с кем ни о чем не договаривались, правда, Андрей? Не договаривались. Ну, они нас с кем-то перепутали. Точно они нас перепутали. Я не понимаю, мы-то тут при чем? Андрей! Уже при чем? Что это?
Ой, пуговичку оторвал. Ай-яй-яй-яй. На место положи. Вы знаете, что мы в большой беде? На острове находятся настоящие бандиты. У них вот такие автоматы. Стоп, давай, сначала по порядку. Лизе угрожает огромная опасность. Да, значит, мы туда пришли. Они сразу начали стрелять. Почему-то они откуда-то знают, что мы русские. Я им этого не говорила точно. А сколько их там? Ну, лично я... Ну, чего делать-то? Один господин бизнесмен. По-моему, он главный. Так может, с ними поговорить? Конечно, мы с ними вступили в переговоры. Они нам не верят. Они говорят, что мы часть хитрого плана. Какого? Ой, я не знаю, хитрого какого-то. Может, ты все-таки знаешь, что это за план, а, бизнесмен? Мою жену взяли в заложники. Держат ее в пещере. Угу. Требуют за нее катер и деньги. Тебе нужны сокровища? Я дам тебе в 2 раза больше. В 10 раз больше. В обмен на телефон. Ну, переводи, ну! Каубок. Ва. Мия. Каутук. Цап. Ю. Ти. Там. Ва. Кау. Танг. Канг. Нын. Кап. Прия. Та. Хай. Торасап. Я же сказал, нет у меня телефона. Ах ты, тупой, упрямый китаец! Петра Петровича Жукова стреляли! Чуть не убили! Андрей, вы же не можете его пытать! Андрей, пожалуйста! Не надо, не надо! Подойди, не надо! Отпусти, я сказал! Отпусти, я сказал! Пожалуйста, отпусти! Где телефон? Праведник любит. Савелий Тимофеевич, праведники тоже люди. Не надо, ну пожалуйста! Где телефон? Да, Андрей! Где телефон? Телефон где? Я прошу вас, ну не надо! Где телефон? Что ты молчишь? Где телефон? Где телефон? Ты понимаешь, что они ее убьют, тварь? Где телефон? Отпусти его, слышишь? Здравствуй. Конфуция номер 2. Welcome. Слышал? Ух ты. Кажись, милицейский. Да какой милицейский, Липа? Один из этих? Его я не видел, но, скорее всего. Наверняка они все заодно с Конфуцием. Так видно же. Рожа-то бандитская. Ну да. Алло, очухивайся давай. Хорошо ты его наварил-то. Что вы с ним сделали? Что вы с ним сделали? Говори! Говори, что вы с ним сделали! Хорош! Кунден край. Кун мацак най. Кунден наблюд. Он говорит, что он полицейский и что он преследовал 3 преступников. Ну, врет он все. Врешь-то все! Врешь! Говорит, что мы ему не верим. Пусть говорит правду. Раамай Чиакун. Капун, нынэ, там лоды кинь. Нет, он говорит, что он полицейский. Какой полицейский? Что ты врешь? Что ты врешь? Что ты врешь? Что ты врешь, а? Ты кто такой? Кто ты такой? Андрей Хаморин. О! Имя твое назвал, Андрей Хаморин. Он говорит, что он видел наши документы и что вы один из погибших туристов. Полиция пыталась найти наши тела, но ничего не вышло. Ну, конечно, мы живы. Среди нас 6 женщин и 7 мужчин.
И среди нас есть государственный чиновник. Это про нас. Наши. Вот и все. А я вам всем говорил, что меня найдут. Говорил, что найдут. Вот приплывут, приползут, но найдут. Потому что я им нужен. Они мне без меня никуда. А вы мне никто не верили. Никто мне не верил. Неужели а? Мы спасены? Я не верю. А я посмотрел, глаза добрые. Значит, человек хороший. Чай не ё. Чай не ё. Так всегда бывает. Счастье приходит неожиданно. Вадим. Возвращаемся. Возвращаемся. Никогда не думал, что буду рад полицейскому департаменту. I'm sorry. Вот это. Царапина небольшая. Я сразу почувствовал, что полицейский. Вот сразу. Я думал, что не похож он на бандита. Не похож на бандита. Жучок, ты говорил, что все будет хорошо. Говорил, что все будет хорошо. Ты не верила. Вероника, переведите, о чем я говорю. Китаец жалуется, что мы его в плен захватили. Че он там скрипит-то? Ну, он жалуется, говорит, что мы его в плен взяли. Ну, это засранец, а? Китаёза. Приведите ему, что это он на нас нападал, а мы защищались. Каутон кам тхамрарау. Да-да-да, и еще он отравленным ножом в меня бросил. Вот, ну, говорю. Кау кванг нит цай коклюш. Я. Леван, я Петрау. Товарищ милиционер, мы все свидетели всех его безобразий. Окей. Делаем не, помните, он говорит, что все будет хорошо, он во всем разберется. Ну, понятно, что все будет хорошо. Ну, приведите его. Мы как отсюда будем выбираться? Поплывем или полетим? Кун-ма-ти-ко-ни-ду-а-ры-а. Рейкрэмбин. Помните-ма-ды-лё-лё-кэмбин-тан-на-на. Мими. Чего? Я что-то не поняла. Ну, что непонятно, на вертолете или на катере? Тут два варианта, ну. Нет, он просто спрашивает, каким транспортом мы располагаем. Что значит, каким мы располагаем? Ну, у него нет ни вертолета, ни катер. Алайне. Ты как сюда попал? Ты как сюда попал? Алай. Ты попал сюда? Ты как сюда попал? Ты как сюда попал? Спросите, как сюда попал? Рация у него есть хотя бы. Он мивит хаю сын сан май. Он мивит юзу сан. Ну что он говорит? Каптан готай. Подождите, отпустите вы его, нет у него никакой рации. Она утонула. Он преследовал троих преступников на корабле. Капитан погиб, дети трое, он не знает. Черт! Да что же это такое? Мы знаем. В пещере они. Все же русские очень странные люди. Чего им дома не сидится? Это все из-за холода. У них там дома очень холодно. Дети в школу ездят на повозках, в которых медведей запрягают. Почему медведей? Только медведи такой холод выдерживают. А машины? Какие машины? Медведи и те дохнут. А еще они вместо собак дома пингвинов держат. Пингвины холода не боятся. Они им поводки цепляют и на улице выгуливают. А бродячие пингвины есть? Есть, конечно. Когда очень холодно, они в подъездах греются. Мы
Почему ты не хочешь помочь русским и самому себе? Я не знаю, чем им помочь. Они требуют телефон. У меня его нет. Послушай. Я хорошо помню то дело, когда на острове умерли от вируса муж и жена. Оно проходило через мои руки. Я вам все рассказал об этом. Нет, не все. Их сын утверждал, что у родителей был спутниковый телефон. Только он его не нашел, когда прилетел на остров. Что там? Ты чё, чё? Походу, не скоро мы окажемся дома. Если вообще окажемся. Я надеюсь, ты догадался выключить телефон. Иначе аккумулятор сядет. И еще. Если он спрятан в пещере, ты рискуешь вообще до него не добраться. Пещера захвачена. Или эти трое твои сообщники? Я не знаю, о ком идет речь. Ну вот. Ты и ответил. Знаешь, как меня учили в школе полиции? Если допрашиваемый молчит, надо последовательно задавать ему вопросы. Он будет молчать, когда надо соврать. И обязательно ответит, когда можно сказать правду. Потому что так, с его точки зрения, убедительнее. Ты не знаешь трех ублюдков. Это правда. Но все остальное — ложь. Ты убил своих хозяев. Ты ищешь сокровища пиратов. Ты знаешь, где находится телефон. Мне ничего не известно о телефоне. Слышишь? Попугай знает код телефона. Тогда у него и спроси. Он говорит правду, а ты врешь. Откуда на тебя? А? Понятно. Катя. Это со мной. Все нормально будет. Слышь меня? Все будет хорошо. Ненормально. Я знаю, что нужно делать. Надо отдать китайцу сокровища в обмен на телефон. Какие сокровища, Кать? Те сокровища, что он ищет. Надю, идея хорошая, только где их взять? Взять там, где они лежат. Ты знаешь, где? Да. Нет, я не знаю, но я знаю точно, что они есть. Все, успокойся, успокойся, успокойся. Папа, я не хочу успокаиваться. Пускай тот, кто их взял, их отдаст. Пусть он их отдаст. Правильно. Пусть отдаст. Вот. Это то, что ты ищешь? Эй!
кричит, что знает, где телефон. Кто бы сомневался? Там и нулицы. Выдай войны, мать отная. Офицер хочет знать, где ты взяла это кольцо. Ну-ка. Ну что, пиратские сокровища, что ли? Бред какой-то. Катя, офицер полиции, ну, собственно, мы тоже. Хотела бы знать, откуда у тебя это кольцо? Нашла. А где нашла, Катя? В зарослях. Я сверну ему шею. Вы слышите, что орет попугай? Ну и что? Попугай моего деда орал таблицу умножения. Значит, твой дед был математиком. Никогда попугай не произносит случайных слов. Что это? Наскальная живопись? Карта острова. Древняя карта пиратов. Теперь понятно, что эти русские делают на острове. Ищут сокровища пиратов? Или уже нашли?